Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Deus Ex Human Revolution. Итак, в прошлой серии мы с вами все-таки добрались до того места, где вроде как бы скрывали Шевченко, но Шевченко оказывается мертвый. А его имплант передали Тонгу, которого мы случайным образом встретили. И он нам согласился помочь. Помочь в расследовании, помочь найти Меган и оставшихся ученых, но для этого надо, как всегда, помочь сначала ему. Вытащить его сына, которого держат на... старой макаронной фабрики. Здесь у нас газ. Такс. Оба-на, я вижу какой-то вентиль. Бя сюда. Может, а газ перекроет? Ну? Отлично. Это у нас перекрывает газ. Хорошо. Блин, я думал, этот как что-то стряслось. Запалился, оказывается, нет. Музыка такая. Так, взлом пошел. Второго уровня. Ага. Мне, по идее, сюда. Но еще есть две вкусняшки. Давай, значит, делаем... вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И вот так. Я молодец, я красавчик. Все, окейюшки. Здесь только опыт и... о, ха, приятель, здорово. Здоровенький булы хлопец. Поспи. Жаль, он не вставляет вот их на стуле. Вот жаль. У тебя дробаш, что ли, получается? Точно. Так, тебя надо оттащить. Чтобы не поднимать шумиху, если вдруг тебя заметят. А мне это не надо. Мне это ой-ой как не надо. Так, может, тебя стоит сюда выкинуть? В водоем. Поваляешься в водичке. Во. Друг, ты куда? Эй, эй, эй! Ой, все. Он задохнется там. По-любому задохнется. Я не хотел его смерти. Я не знал, что он так уйдет под воду. Так, ну дробаш мне не надо. Это все патроны для гранатомета. Но это слишком перебор. Так, тут ничего. Тут ничего. Шкафчиков нет. Ну окейюшки. Так, эти все где-то там за стеной ходят. Это ладно. О, это мне тоже не надо. Это, значит, пиво. Пиво тоже не надо. О, батончики, да, вещь нужная. Батончики-то я возьму. Так, а что у нас здесь? Хорош. Замечательно. О! Да ладно, нет места. Нет, я возьму по-любому. Давай-ка мы, наверное, выкинем вот эти вот патроны для снайперки, потому что у меня снайперки-то как таковой нету. А вот для винтовки с транквилизатором это вещь нужная. Так, что у нас здесь? О, обезболивающий. Вентиляция какая-то. Но мне она вряд ли понадобится. Это что у нас? Водка! Водка враг студента. Ха-ха, студент врагов не боится. Так, вижу одного внизу ходячего. Ух ты, и там еще есть. Так, сладненько, ты у нас докуда там доходишь? Ага. В принципе, я смогу спрятаться, почему бы нет? Давай, дружище, уходи. Отличненько.
Ёптать. Немного привлекли внимание. Эй, если здесь кто-то есть, лучше сразу выходи. Похоже, опять за призраками гоняешься. Да-да, чувак. У тебя глюки. Вроде. Но у меня есть шанс. Надо его затащить, чтобы никто его не запалил. А то мало ли вдруг. Они вообще, по идее, наверх-то не смотрят, но все равно. Чувак, ты как вообще сюда пропал через стену-то, ну? Ну ты даешь. Ну ладно. Сиди. Что я могу тебе еще сказать на это? Только одно. Сиди. Ну да, вроде меня не палит. Отлично. Закрылся. Ладно. А, вентиляцию полезли. А тут у нас что? Давай, отец, неужели нельзя меня побыстрее освободить? Мне тут скучно до слез. Ой, ёптыть. Скучно ему. Ща, подожди. Ща мы тебя освободим. Интересно мне, что за устройство ему передадут. Через меня. Оба-на, чувачок, здорово. Не, ну тут лучше, конечно, транквилизаторную винтовочку использовать. Оба-на! И уснул. Хорош. Ух ты, ничего себе, я могу по трубам там лазить. Так, что у тебя тут есть, чувак? Ничего. А что это у нас за оружие было у тебя? Дробаш. Дробаш мне не надо. Так. Тут, в принципе, вроде бы тишина. Ну да, как бы ходьба моя бесшумная. Гипостим. Первого уровня взлом. Без проблем. Так, мне сюда. А вкусняшка есть еще вот здесь. И лучше пойти, конечно, вот так вот. Да ё-моё, как же так-то быстро-то, ну? Вирус-бомба. 15% обнаружения и в итоге... Обалдеть. Так, камера трубили. Камера трубили. Камера трубили. Двери открыли. Я красавчик. Я красавчик. Главное себя уважать при этом. Уважать и любить. Почаще себе такие добрые слова говорить. Ну чё, китаёза, вставай уже. Ух ты, ничего себе тут. У тебя заначка какая. Это я возьму. И хлеб не будешь? А то я тут что-то проголодался. С солью даже, класс. Гренка с солью. Ну ладно, давай с ним разговаривать. Подъем. Сын Тунга. Так уверяет моя мать. Но ты не из Bell Tower и ты не китаец. Могу ли я предположить, что мой достопочтенный отец решил перестраховаться и прислал за мной тебя вместо своих сборщиков? Отличное предположение. Уходим отсюда. Вряд ли получится. Насколько я знаю, у Bell Tower там много вооруженных людей. Возможно, тебе удалось избежать встречи с ними, но, по-моему, здесь куда безопаснее. Без обид, американец. Без обид. Я и сам не в восторге от наших шансов на успех, но когда я поспел в них усомниться, мне велели отдать тебе это. Ну и ну! Молодец, отец! Это все меняет, при условии, что устройство правильно собрали. Ты готов отправляться? Подожди, подожди, а что за устройство, человек, ты мне расскажи? Мне будет гораздо спокойнее, если я буду знать, что это за устройство и что ты собираешься с ним делать. А тебе не объяснили? Неудивительно, учитывая, как отец любит всякого рода тайны.
Если ты еще не в курсе, его сборщики переделывают современные технологии для своих целей. Если ты имеешь в виду, что они крадут их у одних и продают другим, то я в курсе. Не скажу, что я это одобряю, но далеко не все перепродается. Иногда устройства разбираются, и из них собираются более полезные вещи. Например, переносные приборы, которые работают и без вживления в организм. Только я до сих пор не знаю, что это такое. Проще показать, чем объяснить. Ну что, идем? Подожди, подожди. Так, о похищении. Сначала ответь, как людям Bell Tower удалось тебя похитить. Вот это вот интересный вопрос, конечно. Сначала ответь. Как людям Bell Tower удалось тебя похитить? Что ты имеешь в виду? Брось, парень. Я, конечно, не в курсе всех дел Триад. Но могу поспорить, твой отец вот-вот станет головой дракона. Вряд ли кто-то мог так просто прийти и забрать его сына. При обычных обстоятельствах ты был бы прав. Но в данном случае это я вот так просто пришел к ним. Ты хотел, чтобы тебя похитили? Почему? Скажем так, я не разделяю любовь отца к имплантам. Я считаю, что они опасны, и наша семья не должна столько в них вкладывать. Но отец считает, что я должен, как у вас говорят, пойти по его стопам. Поэтому нужна смена обстановки. Не совсем понимаю. Тонг Сихунг никогда бы добровольно не отпустил своего сына. Надо было убедить его, что мне необходимо немедленно покинуть Хэнджи. Так ты подстроил похищение. Ты играешь с огнем, парень. Направляя триады на Bell Tower, ты подвергаешь риску все население Нижнего Хэнджи. Возможно, так и есть. Но ты здесь, чтобы меня спасти, так? Значит, пока мой план работает. Так. А еще, чем больше у тебя власти, тем быстрее она ускользает из рук. Я постараюсь это запомнить, американец. А теперь идем? Ну, пошли. Да, только не отставай. У нас с твоим отцом осталось незаконченное дельце. И если я не доставлю тебя целым и невредимым, ни хрена не выйдет. Об этом не беспокойся. Я прослежу, чтобы отец выполнил обещание. Может, даже и сверху что-нибудь даст. Я благодарен тебе за помощь. Но с этого момента каждый сам за себя. До встречи. Ух ты, ёптыть. Слышь, Китаёза, отдай мне такую фигню. Нифига. Вот это классная вещь. Не, я, конечно, круто, кажется, сам за себя, но, блин, а смогу ли я обратно залезть туда, в вентиляцию? Там-то же ничего у нас нет. Абсолютно ничего. О! Давай, 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 давай! Джинсон! О, молодец, красавчик. Смог. Я думал, у меня не получится нифига, но он смог. Ты красавчик, Дженсон. Ты просто красавчик. Вот и все. Устранили двоих. Спокойно добрали. А, троих даже. И спокойно будем выходить без проблем. Тут даже можно и пробежать. Почему бы и нет? Но тут уже никого нет. Так что мы молодцы. Да-да. Мы просто красавцы. Так, я даже могу это забрать. Нет места все равно. А почему? Ну, нет так нет. Фиг с тобой. Оба-на. Мне надо было что, вернуться опять к этому Тонгу? Эх, хотел прыгнуть. Чтобы не замараться. В принципе, можно будет быстро пробежать, либо... У нас там есть клиника Протез... Может быть, лучше пройти тогда через нее. Заодно затариться Праксисом. У меня там есть деньжата. Чувак, ты вроде у нас до сюда не ходил вообще. Уишь? Тебе нельзя здесь находиться. Ёптать.
Выходи сюда. Да сейчас. Всем успокоиться. Чувак, ну ты сам влез, я тебя не хотел, блин. Давай здесь полежи. Да брось ты его, ну. О, кайсты патронов пригодится. Сам залез, я же не хотел. Что тут творите вы? Так, ну привет, подружка. Нужно программное обеспечение? Нейробазин? И еще что-то? Смотрите на компьютер. Окей. Так, скупить. Купить. Последний праксис. Отлично. Всегда рады, сэр. Окейюшки. Так, спрокачивать? Ну, я не знаю, смысла, наверное, пока еще нет прокачивать. У меня 2 очка праксис. В случае чего пригодится для чего-нибудь полезного. А пока... пусть лежат. Ладненько, пойдем обратно. Вот ты разболтался. Возвращаясь к важнейшей новости этого часа. Всемирная организация здравоохранения. Так, а там пройти? Вот уже несколько дней со всего мира поступает заявление о временных неисправностях. Если кто-нибудь из них потерял бы руку при аварии, как Чань, они бы не стали сразу критиковать. Оба-на, кредитка. Если на своей шкуре этого не пережил, легко говорить. Ой, привязанная рукава. Здорово. А что за дверца? Никого нет. Ну и ладно. Вопрос, куда я приеду? Тут девка сидит. Главное не нарваться на охрану ни на какую. Ну, так я здесь не пройду. Ну-ка, карта моя где? Ага. Я просто тупо не туда зашел. Ладненько, сейчас спускаемся и обратно. А я, может, здесь могу пройти? Нет. Я здесь не смогу. Окейушки. Вроде охраны не видать, так что... нормально, пробежимся. О, брались. Здорово, мужики. Чё, как? Как погодка? Как импланты? Нормально? Так, наверное, быстрее всего будет вот так вот пройти. Карманный секретарь. Логин. И пароль на что-то. Ну ладно, мне, в принципе, сейчас-то не надо. Здорово, мужики. Мне к Тонгу. Здорово, Тонг. Я вытащил твоего сына. Давай, продолжаем сделку. У вас есть дар, Дженсен. Если нужна будет работа, скажите мне. Я так понимаю, парнишка цел и невредим. Он сказал, что я должен вам оружие. Я всегда возвращаю долги. С процентами. Да? Ну, давай. С одним долгом разобрались. Теперь рассказывайте, что знаете. У Белл Тауэр в порту 2 корабля. Они считают, что никто этого не замечает, но я-то все знаю.
Каждые 2-3 дня один из кораблей ночью загружают, и он отплывает. И куда же? Умный человек спрашивать не будет. Я только знаю, что Хэйчжэньчжу отплывает сегодня. Там, где он пришвартуется, вы наверняка найдете своих ученых. Как-то все сомнительно, Тонг. Да. Но вам везло столько раз, что и не сосчитаешь. Убл Тауэр, серьезная охрана. Как я, по-вашему, попаду на корабль? Один из моих парней оставит вам посылочку в грузовом отсеке. Когда найдете ее, я скажу, что делать дальше. Буду ждать, затаив дыхание. Оба-на. Ой, еще и практику получили, замечательно. Так, значит, надо найти посылочку твоего приятеля, да? Ну, хорошо. А мне сюда? Вообще здорово. Че это с ними? На этот раз активисты фронта человечества преградили путь... Чуваки, вам хреново? Какого хрена тут произошло? В протез сходи, подлечись. Мне тоже помогли. У меня тоже такая шкня была. Ломка страшная, ужуть. Так, опять через канализацию. Ну ладно. Ладно, мужики, я пошел. И куда, интересно, я выйду? А пока черт его знает, куда я вышел. Должен, по идее, выйти к порту. Точно. Ух ты! Серьезно? Тут есть проход. Ох ты, карман и секретарь. А, блин, да, забыл сказать, извини. Новые коды, логин, пароль. Чтобы компенсировать, могу угостить тебя пивом. Чен Вэймин писал. Не могу зайти в компьютер в будке охраны. Коды изменились. Чен. Да? Это вон та, что ли, будка? А что-то охрана никого не видать. Камера. Там два солдафона ходят. Ладно. А в будке, главное, никого. Вот те раз. Так, кредитные, это хорошо. Это вырубает у нас электричество, получается, вон тот проход. Да. Но он мне пока не нужен. Так, ящик с боеприпасами. Это я все возьму. Оба-на. Это тоже надо будет. Пригодится. Так, электрощит. Но это отключает... Вон там электричество. Это точно, однозначно. Сначала посмотрим компьютер. Взлом второго уровня. Почему бы и нет? Что предлагаешь? А, вкусняшка-то есть. Ну давай, поехали сюда. Так, уровень доступа. Круто. О, а тут вообще без обнаружения. Класс. Так, ну что, я молодец. Так, сборщики зашевелились, но это я читать не буду. Тут мало чего полезного будет. Так, отплытие. В принципе, и все. Так, ну давай теперь сюда. Опять взлом. Так, взлом. Так, чтобы попасть сюда, мне надо будет, получается, вот так вот идти. Ага. Ясненько. Значит, смягчить. Вирус-бомба. Ой, чувак, не успеешь. Так, значит, камеру отрубаем, это раз. Роботов выключаем, это два. А если я открою двери, то чувак зашевелится, правильно? Ха, правильно. Тогда пока нет. Я вон там вот вижу какой-то есть проход интересный.
Так, а там что-то получается никого и нет, да? Ну-ка, где мое суперзрение? Ага. Один за компом сидит. Другой ходит. Ну, блин, с другой стороны, конечно, если я открою вот эти вот ворота, то он мне уже мешать не будет. Давай попробуем зайти. Отключим его этими воротами. Арбалет, вот это я не заметил. Но мне его брать некуда. Да и логику этого арбалета я не вижу. Кстати, по поводу электричества. О! Можно и так пройти, но можно и так пройти. Здесь быстрее будет. Так, пока он там этот ходит-то далеко. Открываем ворота. Если здесь кто-нибудь есть, выходите. Ха, нет, чувак. Никто выходить не будет. Да, ты прав. Тишина. И покой. Так, а как же тогда мне получается от этого чувачка избавиться? Может быть, если я быстренько зайду, я успею его вырубить? В принципе, наверное, да. Точно, был какой-то шум. Был, был, чувак. Дверь открылась, а ты полежишь, поспишь. Вот так, молодец. Красавчик. Что у тебя есть? Карманный секретарь. Так, это мы уже читали, вот это вот карманный секретарь. Код 5895. Не волнуйтесь из-за подозрений, Хунг. Я уже все проверил, устроил. Вы наш ценный клиент, но вам не платят за то, что вы все сторожили. Так что лучше не связывайтесь с Bell Tower. Ага, окейушки. Ладненько, есть пароль. Так, этого чувачка надо как-то... Да подожди ты, ну. Куда ж тебя? Давай сюда, наверное. Ага. О! Так, оглушающий возьмем. Что, кстати, еще тут есть полезное? Я пока больше ничего не вижу. Кроме компьютеров. Но это мы сейчас быстро взломаем. Заработаем себе опыта. Так, няшка туда, няшка туда, няшка туда. Сколько тут няшек? Это просто какой-то кошмар. Вирус-бомба, стоп-червь. Опыт, деньги. Класс. Так, отплытие в 3.00. Это, по-моему, мы читали. Журнал отправлений. И сводка. Окейшки. Так, здесь у нас должна оторваться, по идее, камера вот эта вот. Да, точно. Даже две. Одна здесь, другая здесь. Турельки выключаем. Я, правда, не знаю, где турельки стоят. Не, я думал, он, блин, встревожен, а он не встревожен, он нормальный. Ну и чё, выходим. Блин, а чувак у нас назад смотрит. Черт, у меня глюки, что ли? Если здесь кто-нибудь есть, выходите. Так, пока пришлось здесь заныкаться, потому что он мне мог запалить. И... Класс. Ты вернулся к патрулированию. Мне вообще вот туда, вот туда надо, по идее. Но я думаю, если мы здесь аккуратненько пройдем. Так, ну допустим, я могу здесь заныкаться. Так, ну, чувачка, подождем.
Давай, чувак. Я тебя затащу сюда. Снайперка, но она, по-моему, да, она должна, по идее, быть с глушителем. Но я ее брать не хочу. Потому что я попытаюсь не убивать. Это мне пригодится всегда. О, отличненько, полежи. Так, сладенько. Ой, ты тут там снайпер. Ну-ка, снайпер. Промазал. Не попал. Класс. Так, ладненько. Подожди, не понял, я же робота вырубал. А, он где-то там внизу лазит, какой-то совсем другой робот. Так, ну а что у нас здесь? Этот спит. Боюсь, что если я буду ломать стену, то меня услышат и запалят. Это не есть хорошо. Так, а вариант сюда попасть? Отлично. О! Моим ребятам есть чему у вас поучиться, Дженсен. Тонг? Как вы попали на эту частоту? Это древняя китайская тайна. Значит так. Вы отнесете пакет в кабинет управляющего Вана. Положите его на стол этому ублюдку и запустите. Все ясно? Ясно, что я оказываю вам услугу. А мне что с этого будет? Взрыв отвлечет охрану. Вы запрыгнете в грузовой контейнер и вперед. Но у вас всего одна попытка. После запуска таймера дороги обратно не будет. Понятно? Понятно. Запускать, когда буду готов. Да, отлично. Так, что у нас здесь? Ой, чувак спит. Класс. Чувак, спать на рабочем месте. Как ты мог? Так, что у тебя есть? Для пистолета. Что у тебя, колбасит, что ли, слышь? Так, что здесь есть? Это я возьму, это я возьму. Блин, главное, чтобы меня здесь еще не запалили. Где это? Где это хреновое радио? Космические путешествия иллюминатов началось, друзья мои. Продолжительная миссия по контролю над вами и вашими семьями началась. Так, это пистолет, это патроны, ладно. Ага. Не хватает места. Тоже не хватает места? Да что ж такое-то? Прям проблема какая-то с местом. Что есть у нас лишнее? Допустим, я лишнее вижу, это вот эти вот гранаты. Их можно бросить. Также я вижу батареи для лазерной винтовки. Это тоже лишнее, это тоже бросить. Вроде пока все. Да ладно, не хватает места. А, ну правильно, одно только освободилось. Ладненько. Тогда, что мне тогда еще выкинуть бы такое? Можно еще одни патроны выкинуть для снайперки, потому что у меня снайперки как таковой нет. Тоже бросить. А патроны для пистолета, они всегда нужны. Ладненько. Так, и куда нам, получается, надо будет идти? Ого. Понятно. Ну, допустим. Босс не сможет себе этого позволить. Сюрприз, сюрприз. Здесь нет компьютеров. Так, а тут у нас канализация, кстати, есть какая-то. О, а там еще и робот катается. Вообще здорово. Такс. Ясненько, что пока не ясненько. Это надо мне прокачать, получается, легкие свои. Да. Ну давай, прокачаем. Знаешь, когда будете готовы дать отпор, тебя это
Так, а здесь, получается, надо спускаться, когда робот уедет. Я, правда, не знаю, куда я иду. Но куда-то я тут пришел. Куда пришел? Электрощит. Ага. Ясно. Высветит весь яд. А здесь у нас куда ведет вентиляция? Да? То есть я мог, в принципе, сюда попасть? Минуя робота. Ну да ладно. Можно было бы даже, получается, не прокачивать себе вот это вот дыхание от яда. Ну ладно, раз уж прокачал, то пусть будет прокачано. Вопрос только, куда я дальше выйду? Ой, не то. Там еще и камера смотрит, вот что плохо-то. А может его привлечь дверью? Чувак, полежи. Так, это тяжелое вооружение, кстати, вещь полезная. Вот здесь полежи. Далеко не уходи. Так, ладненько, значит, здесь камера есть. Окейушки. И что? Что мне эта камера дает? Чё спрашиваю, сюда приперся? Ну, хороший у нее обзорчик, я так посмотрю. Можно, конечно, ее вырубить и пройти дальше. А если я так пойду? Там вот есть лестница наверх. Это, конечно, опасные везде проходы. Вот это я удачно сейчас проскользнул. Прям ниндзя. Чувак где-то там лазит. Так, а здесь камера. Но одна внизу, это понятно. А вторая вот здесь. Тоже понятно. Но мне здесь чувак мешает. Ух ты! Вот это я сейчас думал, специально посмотрю, может, так кто-нибудь есть, а там действительно кто-то есть. И там снайпер. Ну и? Прекрасно. Два патрона в никуда. На что ж такое-то, ну? Ты спать сегодня собираешься, а, чувак?
Не, бесполезно. Как так? Как так? Почему моя не долетает, блин? Чувак. Может, я тоже как-нибудь привлечь? Сюда поближе, слышь? Его может снайпер запалить. Но мне от него тоже надо избавиться. Какой-то ты непонятный тоже, блин. Придется немножко подождать. Ну и? Класс. Прям на камеру нарвался. Молодец. Чувак. Чувака надо убрать. Это сейчас не успокоится, и будет все пучком. Так, у тебя карманный секретарь. Нет, нет, нет. С уже занял другой клиент. Обещай мне, что ничего не случится с коробками и ящиками, которые уже там. Я думаю, можно будет ее выделить на пару часов, но это тебе влетит в деньги. Код 3343. Ага. Какая-то S непонятная. Ну ладно, с S-кой мы разберемся. Сейчас дождемся, когда камера отвернется. Потому что все это из-за нее произошло. Отлично. Так, взлом. Опять у нас никаких кодов нет почему-то. Еще и 4 уровня. Здорово. Ой, сколько бомб накопилось-то в итоге. Так, чтобы сюда попасть, мне надо вот так аж пройти. Такс. Да? Круто. Так, это выключено, это все молодцы мы. Что в итоге у нас тут еще есть? Еще один взлом. Ну давай. Давай, давай, давай. То есть, если я взламываю его, то я получаю сразу все. Серьезно? Давай еще раз попробую. Мне только ради интереса. Да! Класс! Таким образом это будет быстрее происходить дело. Так, камера. 77-85. Отплытие и помоги А. Ну, А тебе не поможет. О, эта вещь нужна. Это тоже вещь полезная. Ящиков у вас тут никаких нет. Так что можно, в принципе, вот так вот выйти. Хорош. Ладненько.
Куда-то прошел, а куда непонятно. Ну, здесь как бы беспалевно получается. Access granted. Отличненько. Заползли. Тут еще целый компьютер. Это я возьму. Опять взлом. Да что ж такое-то? Столько паролей понабрал, а в итоге ничто не подходит. А, здесь уже не взломаешь. Ну ладно. Да как так-то? Хорош, не трожь моего червя. Access granted. Столько потратил червей? Ради чего? Гнусное место выяснить. Опять журнал отправления, доступ на склад. Класс. Вещь, конечно, очень какая полезная. О, вот это вот полезный ящик. Опять взлом. Да что ж такое-то? Так, сможем здесь пройти? И сюда. Access granted. О, класс. Так, камера отрубаем. Камера отрубаем. Допустим. Так, ну давайте мы продолжим уже в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.